Մեր եթերը շարունակվում է։ Արաբա-իսրայելական կոնֆլիկտում, Գազայի հատվածում եւ այն բոլոր հատվածներում, որոնք այս կամ այն կերպով շփում ունեն այս իրադարձության հետ, աշխարհակաղակականությունը Իսրայելի շուրջ բավականին հետաքրքիր փոփոխություններ են արձանագրվում։ Մենք եւս պետք է ուշադրություն դարձնենք այս ամենին, հաշվի առնելով, որ այդ գործընթացների մասնակիցներ են նաեւ Թուրքիան, նաև Իրանը, նաև Ադրբեջանը, նաև մեր տարածաշրջանը ստայդամ։ Եվ շատ կարևոր է ձերքը պահել զարգերակի վրա, ինչը մենք կփորձենք անել։ Իսրայելական հերոստանգերության 9-րդ ալիքի միջազգային հաղորդումների ղեկավար Դիանա Տոսունյանի հետ, որը մեզ տեսակապով միացել է Իսրայելի Երուսաղեմ քաղաքից։ Приветствую вас, Диана. Здравствуйте, Давид. Хамас согласился на перемирие в Газе. Израиль заявил, что намерен продолжить операцию в Рафахе и начал наносить удары. Это заголовок BBC. Что происходит на самом деле? Происходит то, что Хамас выдвинул очередные требования в отношении Израиля и сам же согласился на эти самые требования. То есть ничего не было согласовано ни с посредниками, ни тем более с Израилем. Хамас сам, еще раз повторяю, выдвинул какие-то требования и сам же на них согласился. И это вызвало такую бурю эмоций, скажем так, в международном сообществе, потому что сразу не поняли, что произошло. Вот, казалось бы, да, Хамас наконец-то ответил позитивно на то, чтобы прекратить огонь и отпустить заложников, а тут получается вот такая история. Например, первый пункт абсолютно извращен был. Израиль согласился на возвращение 33 живых заложников. А Хамас заявил о том, что у него нет гарантии того, что 33 человека они найдут. И поэтому часть они отдадут телами, вы понимаете, о чем вообще идет разговор, а часть живыми, вот. Ну и так далее и тому подобное. Причем выставлялся ультиматум Израилю, что вы немедленно прекращаете все военные действия, выводите все войска из сектора Газа, и эта сделка должна быть пакетной. Ну, в общем, условия, на которые согласился Хамас, которые выдвинул сам же, они абсолютно неприемлемы для Израиля, но, тем не менее, переговоры продолжаются. Сегодня вот в Каире они возобновились, израильская делегация отправилась в Каир, и интересная деталь – Уильям Бернс, это глава ЦРУ, который представляет американскую сторону в ходе этих самых переговоров, он сегодня в Израиле, и, видимо, ведутся переговоры с израильской стороной по поводу того, какие именно конкретные требования Хамаса можно удовлетворить, какие нет, потому что во главу угла ставятся жизни людей, это... Невозможно себе представить, 7 месяцев эти люди находятся в руках Хамаса. Мы действительно не знаем, сколько из них сегодня в живых, потому что каждый день приходит информация, вот буквально накануне тоже пришла информация, что один из тех, кто считался похищенным из одного из кибуца, который прилегает к сектору Газа, выяснил, что этот человек был убит 7 октября, и его тело удерживается Хамасом. То есть Хамас хочет торговать телами израильтян, которых похитил, и при этом не хочет давать живых заложников. Что касается операции в Рафахе, это не та операция, из-за которой можно трубить тревогу. Это та самая операция, о которой говорили Соединенные Штаты Америки, к примеру. Они говорили о том, что мы прекрасно понимаем, что Израиль должен провести эту операцию в Рафахе. Это город, который прилегает к Египту. Все прекрасно понимают, что там последний бастион, оплот Хамаса, что там находится как минимум 4 батальона этой террористической группировки. И если не войти в Рафах, то ничего не получится. Но Соединенные Штаты Америки говорили о том, что нужно эвакуировать гражданское население, потому что там очень много вынужденных переселенцев со всей Газы. И, кроме того, провести такую точечную операцию, не масштабную.
То, что проводит сейчас Цааль, это не захват Рафиха, понимаете? Это действительно точно ограниченная операция. Вчера, например, в восточной части Рафиха она была проведена, были обнаружены несколько туннелей, по которой контрабанда оружия попадает с территории Египта в сектор Газа. И это несмотря на то, что египетская сторона заявляет о том, что они контролируют ситуацию, и в принципе невозможно, чтобы по туннелям попадало это оружие, спрашивается, зачем тогда эти туннели. Но, тем не менее, вот операция такая точная проводится. Надо сказать, что по данным Минздрава Газа, которые всегда преувеличены, эти данные, 50 человек погибло за сутки. И это при том, что Израиль рапортует о ликвидации нескольких десятков террористов. Для Минздрава Газа нет разницы между боевиками Хамаса, гражданским населением, они все в кучу, и понятное дело, что они раздувают эти самые цифры. Но, тем не менее, пока все продолжается. И надо сказать, что Рафиах, операция в Рафиахе, это не самоцель, это средство для достижения цели. Как известно, две цели, которые выдвигаются правительством Израиля, это освобождение заложников и уничтожение Хамаса. И все прекрасно понимают, что Рафиах – это ахиллесова пята Хамаса, и они не хотят, чтобы проводилась эта самая операция. И, по всей видимости, просто вот сейчас власти Израиля продемонстрировали, что они могут начать операцию в Рафиахе, что никто им не указ, и что в случае, если Хамас будет продолжать вот эту деструктивную свою политику, хотя, знаете, как-то не вяжется вот это словосочетание политика деструктивная или наоборот конструктивная и Хамас, который является террористической организацией, но тем не менее, они же ведут какую-то политику, сейчас они выторговывают право на собственное существование. Так вот, если будет продолжаться в том же духе, то зачистка Рафиаха просто неминуема. Надо сказать, что лагерь для временных переселенцев уже построен, то есть часть, порядка 100 тысяч жителей Рафиаха были переселены, значит, и все делается для того, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения. Конечно же, их избежать не удается, это невозможно, потому что Рафиах, как и в принципе вся Газа, достаточно густо заселен, но тем не менее я бы не сказала, что то, что сейчас происходит, это прям полномасштабная вот такая вот операция со стороны Израиля, которая может быть, а именно целью было выселить все население на эту эвакуацию, понадобилось бы как минимум 2-3 недели, а может и больше, и после этого провести полную зачистку Рафиаха от террористов. Пока мы этого не наблюдаем, пока мы наблюдаем то, о чем говорили Соединенные Штаты Америки, то есть точечные операции в этом городе. Кстати, были попытки со стороны палестинцев пересечь границу с Египтом, но они были остановлены египетскими военными. Давид. Да, вы говорите, что, в принципе, точки зрения США и Израиля относительно операции созвучны. Но вот Associated Press и Reuters дают информацию, это недавняя информация, что администрация Джо Байдена приостановила поставки вооружений Израилю в связи с ситуацией в Рафахе. Ой, знаете, эту информацию еще тройку дней назад передал Axios портал, потом передавали Fox News, CNN. Вчера была большая статья в Wall Street Journal. Что я могу сказать? У меня, к сожалению, нет достоверной информации, но у меня есть реакция офиса премьер-министра. Мы запрос от нашего канала подавали в офис премьер-министра. Было нам сказано, что ничего подобного нет, приостановки помощи не наблюдается.
И есть такой Дмитрий Гендельман, он советник офиса премьер-министра, он русскоязычный, специально выделили человека для того, чтобы он общался с русскоязычным, скажем так, населением, доносил позицию премьер-министра. Он в письменном заявлении написал, что, конечно же, мы не можем раскрывать все подробности там, поступления оружия из Соединенных Штатов Америки, но тем не менее, мы говорим о том, что США делают все возможное для безопасности государства Израиль. Упомянул, естественно, эту атаку 13 на 14 число со стороны Ирана, когда Соединенные Штаты Америки вместе с Великобританией, Францией, Иорданией, Саудовской Аравией оказывали помощь Израилю. Но, в общем, короче говоря, на официальном уровне, да, нет никаких подтверждений тому, что такой факт имел место быть. Более того, тот же портал Axios, ну, упомянут, обращался за комментарием в Пентагон, в Белый дом, и там отказались вообще комментировать эту ситуацию. Вполне возможно, что из-за того, что нет официальных комментариев, вот эта вот история так сейчас раздувается в средствах массовой информации, хотя, знаете, нет дыма без огня, что говорится, ничего исключать в этой ситуации нельзя. Но мы часто здесь в Израиле сталкиваемся с тем, что средства массовой информации, особенно американские, публикуют какие-то там статьи. Например, аналогичная ситуация была с тем, что Международный уголовный суд вот чуть ли не выдает ордер на арест Бениамина Нетаньяху, и это все муссировалось, дошло до того, что уже Бениамин Нетаньяху сделал заявление, что как смеет МУС так себя вести. Потом в итоге в МУС сказали: успокойтесь, уже все эти заявления, направленные против нас, являются нарушением международного права, и вообще никаких официальных заявлений по поводу того, что какие-то там дела рассматриваются в МУС по поводу Израиля или отдельных там руководителей государства, нет. Вот подобного рода истории имеют место быть, и это тоже абсолютно понятно, потому что, еще раз скажу, минимальная информация, и это тоже понятно, потому что идет война, и, естественно, нежелательно, чтобы было очень много утечек, да, этой самой информации, из-за этой скудности в сведениях как раз и рождается очень много слухов со ссылкой на некие анонимные источники. Я Но вам это, привела это часть... не анонимный источник, да, я вам сказала, конкретного человека указала, вот Дмитрий Гендельман, на которого я ссылаюсь, когда говорю о том, что офис премьер-министра говорит, ничего подобного не происходит. Но это часть, в том числе, гибридной информационной войны, которая ведется. Да, конечно. Да, понятно. Известно, что отношения Израиля с Турцией, мягко говоря, не самые хорошие, как минимум последние 10-15 лет. Но вот так уж получилось, что Турция, согласно турецкому министру торговли Омеру Булату, приняла непростое решение заморозить торговые отношения с Израилем, которые возобновятся не ранее, чем прекратятся боевые действия в центре Газа. Также известно, что Турция достаточно важный торговый партнер для Израиля, обеспечивающий поставку в Израиль более полусотни жизненно необходимых товаров. Не знаю, это правда или нет, но вот так пишет BBC. Что произошло, почему вдруг турки решили пойти на такие неоднозначные шаги? Ну, я вас уверяю, что от голода Израиль не умрет из-за того, что лишился пластмассовых турецких помидор. Ну, сейчас утрирую, конечно, но тем не менее. Есть у нас продукты, все в порядке, но это больше должно ударить по экономике Турции, на самом деле, потому что мы знаем, что там какая-то бешеная абсолютно инфляция, 70%, и пусть они там переживают, что они не торгуют больше с Израилем, но эта оговорка мне понравилась, на самом деле, что они все эти меры предпринимают, но до окончания военных действий в секторе Газа. А потом, значит, у Израиля
Израиля будет амнезия, Израиль все забудет, и давайте обратно торговать, дружить, ездить на курорты турецкие и так далее и тому подобное. Хотя всякое может быть, потому что мы наблюдали, как с 2010 года менялись отношения. Вообще, надо сказать, что с Турцией отношения испортились-то при Раджепе Тайипе Эрдогане. До этого достаточно стабильно все было. У Турции испортились отношения с очень многими странами при Раджепе Тайипе Эрдогане. Да, конечно. Но поскольку я сейчас отвечаю за Израиль, я буду говорить об Израиле. Так вот, действительно, пика вот этого ужаса в отношениях мы достигли в 2010 году, когда была эта история с флотилией «Свободы», «Мави Мармара», на котором находились террористы, и, в общем-то, там спецназ израильский поработал, погибли турки. Ну и после этого, в общем, дошло до очень плохих последствий, до разрыва дипломатических отношений не дошло, но все-таки там понизили уровень дипломатических отношений, контакты практически прекратились, но при этом надо сказать, что экономические связи не прекращались, они развивались, и товарооборот достаточно был большой. А потом, вот буквально до войны, наладились отношения, и даже наш президент Ицхак Герцог встречался с Реджепом Тайипом Эрдоганом, и потом Бениамин Нетаньяху встречался с ним, то есть вроде как бы все пошло нормально. Но вот что же делать с этими выборами турецкими-то? Как только выборы приближаются, так Реджеп Тайип Эрдоган начинает вот эту вот пропалестинскую свою риторику, абсолютно антиизраильскую, и в 2014 году такое было. И была несокрушимая скала, здесь операция, которая продолжалась 50 дней. И тогда тоже Реджеп Тайип Эрдоган обзывался и называл Израиль отродьем Гитлеров и так далее. Потом сейчас вот то же самое происходило. Тоже была жуткая абсолютно риторика. Буквально недавно был теракт в старом городе Иерусалима. И так уж получилось, что террористом оказался турок. И дочь Реджепа Тайипа Эрдогана там приветствовала этот теракт. Слава богу, что не сам президент Турции, вот и решил воспользоваться дочерью. Ну, по всей видимости, потом скажет, что как дети за родителей не отвечают, так родители за детей, по всей видимости, тоже, когда нужно будет. Вот. И она приветствовала, да, вот этого бравого шахида, который напал на военных, на пограничную полицию, ранил, был, правда, ликвидирован, но кого это останавливает в этом самом странном мире исламском, который приветствует просто всех этих террористов, которые жертвуют якобы жизнями во благо там каких-то их особых религиозных дел. В общем, религия тоже эксплуатируется не самым лучшим образом, конечно, это ужасно. Вот. И что касается того, что вот это произошло, мне кажется, что здесь еще и фактор Ирана играет очень важную роль, потому что первый раз, когда какие-то там продукты, вернее, товары попали в запретный список израильский, произошло, когда в Турцию отправился Ибрагим Раиси, президент Ирана. Вот хотели, видимо, выслужиться перед Ираном, и вот такой вот шаг предприняли, потому что Иран был недоволен тем, что Турция только риторикой ограничивается, а никаких действий не предпринимает в отношении Израиля. Вот политический директор Министерства иностранных дел Израиля Ализа бин Нун, во всяком случае она об этом пишет на своей странице в X, в соцсети X, в дружеской обстановке обсудила со спецпредставителем президента Азербайджана Эльчином Амирбековым ситуацию на Южном Кавказе и Ближнем Востоке. Других подробностей о встрече нет. Вам что-нибудь об этой встрече известно?
Нет, подобного рода встречи всегда ограничиваются вот такими дежурными фразами, то есть неизвестно ничего. Это такая вот дежурная информация, что говорится, распространяется. На самом деле ничего удивительного в том, что контакты между министерствами, между отдельными чиновниками, между, скажем так, государствами, Азербайджаном и Израилем происходит? Нет, потому что действительно партнерство здесь налажено, эти две страны, они сотрудничают, есть геополитические интересы, об этом в Армении тоже прекрасно все знают. И, ну, скажем так, я не то, что не удивлена, это обычная рутина. Посмотрите, да, я сравню вот ситуации между Арменией и Турцией. У Армении с Турцией проблемы, основным источником которых является Азербайджан. Это известно сегодня всем. Сегодня у Турции с Израилем есть проблемы, да? Но у Азербайджана с Израилем великолепные отношения. И Турция источником проблем для Азербайджана в его отношениях с Израилем не является. Почему? Потому что Иран. Угу. Один единственный ответ. И в отношениях с Израилем и Арменией Иран, краеугольный камень. И в отношениях, естественно, Азербайджана и Израиля тоже Иран, краеугольный камень. Я сейчас не буду вдаваться в подробности. Все прекрасно знают, в чем суть проблемы между Ираном и Азербайджаном. Поэтому эта тема, конечно же, абсолютно прозрачная, известная. И во многом благодаря этому Израиль и сотрудничает с Азербайджаном. Это геополитический интерес исключительно. На территории Азербайджана есть израильские военные? Нет. Спасибо за ответ. В декабре, перейдем к более легким вопросам. В декабре 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН иск против Израиля о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. И вот сегодня стало известно, точнее не сегодня, а 1 мая, что оказывается Турция изучает варианты участия в иске против Израиля. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Не пришло ли время Израилю вспомнить о геноциде армян, учиненном Турцией в 2015 году? А вы знаете, Давид, а тут никто этого не забывает, скажем так, потому что здесь время от времени выступают с инициативой в Кнессете в том же. И об этом никто не забывает. Но вот... По всей видимости, здесь все-таки надеются на то, что Эрдоган не вечно, он тоже когда-нибудь уйдет. И отношения с Турцией, которые тоже важны для Израиля, наладятся. Это, опять же, понимаете, здесь вопрос... Все упирается в Иран. У меня сложилось такое впечатление. Я не знаю. Но мне абсолютно четко видится эта ситуация так. Это проблема. Это проблема и в отношениях между Израилем с Арменией. Угу. То есть Иран влияет на отношения всех стран, да, в регионе? Да. А вот такой вопрос, хотя это не касается Израиля, но мне интересна ваша точка зрения. Как влияет Иран на отношения между Арменией и Азербайджаном? Есть ли влияние Ирана здесь? И какое вот это мне время? Очень интересно, я бы у вас даже это спросила, знаете, потому что меня всегда вот эта история очень интересовала, потому что Иран, с одной стороны, поддерживает Армению, с другой стороны, все время говорит о том, что, ну, главное, чтобы мир был, да, согласие и так далее. Но вот какую роль в плане посредника он может сыграть, это как раз вопрос я бы задала вам, если бы у меня была такая возможность, не к себе, к любимой, потому что... Мне всегда это было интересно, правда. Во время любого вот этого вот витка противостояния между Израилем, простите, между Арменией и Азербайджаном, этот вопрос вставал, потому что понятное дело, что Иран как союзник Армении
он мог бы играть какую-то более важную роль. Но тут проблема с Азербайджаном. Да? Понятное дело, что с Азербайджаном плохие отношения. Видимо, поэтому в роли посредника выступала традиционно Российская Федерация, потому что Турция могла бы быть, да, но Турция враждует с Арменией. Иран мог бы быть, но у Ирана плохие отношения с Азербайджаном. Оставалась вот Российская Федерация, и мы видим, к чему это все привело. Я отвечу довольно кратко, наше время уже заканчивается. Иран не играет роль посредника между Арменией и Азербайджаном. Иран играл опосредованным образом роль посредника. Кстати, очень символично, это было именно в этот день, 8 мая 1992 года, когда мы освобождали город Шуши от азербайджанского присутствия. И на этом посредничество Ирана, собственно говоря, закончилось. Большое вам спасибо, Диана. Я очень надеюсь, что мир в наших странах все-таки наступит, и мы с вами будем обсуждать уже абсолютно другие проблемы. Благодарю вас. Да, спасибо большое, Давид, и я просто хотела бы, чтобы вот эти вот все геополитические дрязги, они давали бы возможность хотя бы жить нормально в мире и спокойствии всем нам. Спасибо. Մեր հյուրները, որը մեզ միացել էր տեսակապով Իսրայելի-Երուսաղեմ քաղաքից, Իսրայելական հեռուստաընկերության 9-րդ ալիքի միջազգային հաղորդումների ղեկավար Դիանա Թոսունյանը։ Իսկ ես այսքանով ավարտում եմ իմ այսօրվա եթերը։ Կհանդիպենք։